Всем привет! Сегодня у нас рыбалка. Сегодня будем ездить на лодке Мишима. И хотел показать, как она вот помещается в багажник вместе с двигателем. В общем, вот так вот все загрузил. Заднее сиденье сложил. Еще места хватает для чего-то там положить. Вот насос, там приманки, бак. И под баком там уже двигатель Marlin 9.9, который раздушен. Который я уже не первый сезон катаюсь, под пятнашку раздушен. Ладно, сейчас накачаем лодку и поедем по реке, вниз по реке, по красивой, хорошей реке, где очень много коряк. Ну а дальше вам расскажу, вообще поясню, для чего я вообще приобрел эту лодку. Еще чем удобна лодка, это по накачиванию лодки и расположению самих клапанов. Смотрите, вот клапана, они находятся уже сбоку. Некоторых лодок находятся вот здесь вот, с внутренней стороны. А здесь сразу, вот они, два клапана. И этим тем самым легче подцеплять насос и накачивать. То есть получается, не надо шланг перекидывать через сами баллоны. Вот в этом большой плюс. Очень удобно. Потому что когда ее складываешь, клапана получается туда вниз. Вот это неудобно. А удобно то, что вот прям сверху они будут. Такая вот речка небольшая, она сильно извилистая, течение в правую сторону, поедем вниз по течению. Вон моя красотуля уже пытается что-то покидать спиннинг, собрала спиннинг, в принципе уже в полной боевой готовности. Заехали вот с основной речки в протоку, в такую вот, в затишье тут ни ветра, ни волны. Сейчас попробуем здесь покидаем, если не будет, еще туда дальше проедем. Там еще есть дальше еще один заход в протоку. Попробуем сначала в этой, потом в ту заедем. Ну, пока поклевок нету. Ну, малька тут рыба гоняет, видно, что... О, смотри, какие маленькие. Да, вон, круги. Малек вот здесь вот бегает. Ну, кто-то его гоняет, но что-то пока что поклевок нету. А может, просто играет? Может быть, просто кормится. Или им кормятся, или они кем-то кормятся. Да трава, трава. Ну. У меня тоже трава. О, кто-то был, ты видел? Нет. Сейчас только что, оп, хапанул, но он не это. Блин, прямо тут. Да? Да. Ну-ка дай-ка еще раз тут. Я тебе говорю, блин, ну сейчас я таки ни разу еще не разлавливала. Пробуй. А, ты. Прям я почувствовала, дернула, знаешь, так сильно. О, друзья.
Ну, тут-то явно глубоко, что там уже говорит. Она же, видишь, она интересна, она же в воде такая, ну, это типа разлетайка. Вот эта юбочка у нее разлетает. Разлетайка. Ну, да. Только вот проблема у них, почему-то путаются тут эта вот система их, у нас это вот. То ли у меня может быть груз большой, и вот эта вот голова, вот эта, короче, перемешивает эти подходящие. О, сразу трава. Только кинул сразу в траву, блин. Не, мне кажется, это тут как-то толще. Тут как-то я толще не знаю. Это была утка. Это какая-то утка постоянно. Не знаю, как это. Не, поехали, наверное, туда. Немного покидали тут в этой заводе. Короче, в основном трава цепляется. Ну, рыбы, короче, тут нету. Переедем на ту сторону. Там протока еще есть, которую я говорил. Буквально за углом тут проехать немножко. Вот. Ну, там она по карте смотрела. Она очень длинная и извилистая. Попробую в ней половить. Нету. Поедем на основную реку, попробуем покидать с песчаных кос. Вот на пески прибыли, река обмелела, куча деревьев, бревна. Что из этого выйдет, сегодня рыбалка как? Что-нибудь поймаем, нет? Посмотрим, да? Блин, оторвало. Блин, была поклевка, щука оторвала, блин, приманку. Твою мать, а. Вместе с поводком. Плохо привязал, видать. Сейчас другую поставлю. Речка обмелела, вот косы там ходили, туда дальше ходили, кидали, ну пару поклевок было. Одну приманку у меня оторвало, видать, плохо привязал, небольшая щучка.
Ладно, сейчас поедем дальше. Езя поймали, Натуся, красотуся поймала езя. Ну, нам он не нужен, мы его отпустим, бедный. Что-то мелкая фигня. Пускай плывет. Такой. Давай, давай, он далеко взял. Подожди, ни хрена себе, он тяжелый. Ясь, а, щука, щука. Щука, подожди. Щука, да подожди, не торопись сильно. Тихо, тихо. Судок, она большая, кстати. Да, вытаскивай, вытаскивай на берег. Она небольшая. О, нормально. Такая. На вертушку, блин, даже. Держи крепче. Стоп, стоп. Она отцепилась уже, смотри. Давай сюда, я фоткаю. Ах ты, блин, сильная. Я помыть надо. Что, думаешь, нормально зацепит? Я не знаю. Я тоже боюсь. Ого, нормально котлета, реально. Смотри, чтоб не ушла. С руки не сдернула. Тебе говорю, блин. Сильная? Вообще сильная, блин. Так, вот улов. Небольшой, конечно, скудный, но есть. Наташа сегодня в ударе больше всего наловила, больше меня. Щука он такая неплохая, кстати, на вертушку взяла. Ну, почти двушка, почти 2 килограмма. И окушки. Ну, мы думали, вообще рыбалки сегодня не будет. Под конец поехали домой под вечер, решили остановиться на последних песочных косах. Здесь буквально 3 минуты до машины.
Ну и была раздача небольшая мелких окунят. Отпускали, немножко взяли себе окуней и одна щучка. Вот. Хотел бы немножко дать рекламку. Это производителям корейским. Про лодку хотел вот рассказать, почему я ее взял. Вообще эту лодку взял для вот таких рек, где вода намного спокойней, где волны нету. На волне как бы я сам не проверял. Я немножко у нас по основной реке Обь немножко сыкотно ездить, потому что у нас синоптики обычно погоду пишут, бывает, что неправду пишут. Туда, допустим, поедешь по спокойной воде, а обратно будет сильный ветер и попадешь в волну. И как бы немножко боязно ездить по большой воде на такой лодке. Для такого случая по большой воде и по большой волне у меня есть другая лодка, алюминиевая обяжка, Yamaha 30 у меня там стоит. Вот. Для таких случаев я держу лодку для воды, ну, вернее, для основной реки нашей Оби. Вот. Ну, а так, в принципе, лодка офигенная. Минусов я практически не нашел в них. Единственный минус, я как говорил, это она как бы парусит. Вместительность большая, длина 370, позволяет развернуться вдвоем в этой лодке. Вполне достойная лодка. Вот. Ну, двигатель Marlin. Немножко расскажу про двигатель. Это уже второй сезон на нем езжу, на Marlin'е. Уже обкатал нормально. Пока что еще не подвел. Скорость вдвоем я засекал, ну, примерно, ну, 36, где-то 37 по течению идет она, 37 километров в час. Вот. Ну, в целом мы сегодня порыбачили, погода у нас наладилась к вечеру, было офигенно, отдохнули душой и телом, съездили сегодня только на денечек, вот, с утра до вечера. В общем, мы рыбалкой довольны, и лодкой я тоже доволен. Я даже уже не знаю, что про нее рассказывать. Уже можно сказать, я в прошлых видео уже все рассказал. Вот. Ну и там дополнения, может быть, какие-то будут дополнения, что-то разработчикам можно будет дополнить для удобства. Ну все, друзья, всем пока, всем счастливо, до следующих рыбалок, а мы уезжаем домой.